Тройка с минусом. Такую оценку поставил глава Анапы после инспекции состояния прибрежной полосы от реки Анапка до села Витязева. Вы же должны за этим смотреть, МУПАКУ. Позвали, спросили, дорогой, резина, для чего она здесь? Для чего на пляже резина? Забери ее себе домой, на территорию сложи. Вы начинаете мне рассказывать, что это собственник. Приведи в порядок столбы, посмотри, на что они похожи. Туалет этот нужен? Если он нужен, пусть он работает, спасает человека. Люди жалуются по всему пляжу, нигде в туалет не сходишь. Пляжи – это одно из основных богатств Анапы. Пока не все предприниматели торопятся наводить порядок даже на своей территории. И здесь будут использованы все законные методы воздействия на нерадивых собственников. Пока же основная нагрузка ложится на городские службы. Убрали сейчас, нам понравилось. Да, мы прям удивились даже, что мешки стоят. Молодцы. Это кто этим занимается? Службы городские. Да, молодцы. Я вчера проходила, или позавчера, думаю, что ж не убирают вот это хотя бы бутылки, все. Да, молодцы, надо убирать, конечно, потому что люди гуляют, приятнее гулять по чистому пляжу. Несмотря на то, что сейчас зима, по берегу прогуливается множество анапчан и гостей курорта, отдыхающих в здравницах. Контроль за порядком на всех пляжах по поручению главы будет усилен. Руслан Душевский, Анапа регион.